112, Одинцовский городской округ, оператор Рязанцева. Слушаю, здравствуйте. Сотни звонков ежедневно. И почти в каждом крик о помощи. Собранности и выдержки операторов системы 112 можно позавидовать. К слову, это не главные требования к кандидатам на должность. Не менее важны скорость набора и грамотная речь. После Нового года добавилось по одному оператору в смену. Сейчас у нас заступает 11 человек, 8 операторов, оперативный дежурный, помощник оперативного дежурного и диспетчер ЕДДС. Операторы, все 8 человек, сидят здесь. С начала года операторы ЕДДС Одинцовского округа приняли более 320 тысяч звонков. Нагрузка, в том числе из-за пандемии коронавируса, существенно возросла. Недавно был зафиксирован сезонный рост обращений. Жители муниципалитета открыли грибной сезон. Как следствие, специалисты стали чаще отправляться на поиски потерявшихся в лесу. Возьмем период пандемии с марта по июнь. Прошлый год за этот период поступило 129 тысяч вызовов. В этот год 212 тысяч вызовов, что увеличило количество вызовов на 65%. Но мы справились. Руководит смены оперативный дежурный. Именно он проводит анализ поступившей информации, обобщает ее и ведет контроль реагирования сил и средств экстренных оперативных служб округа в случае необходимости. На этой должности трудятся 4 человека. У каждого высшее образование и опыт работы в силовых структурах. К слову, единая дежурно-диспетчерская служба укомплектована на 100%. Всегда готовы прийти на помощь жителям муниципалитета 46 человек. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».